Всем привет, друзья! Мы находимся в Санкт-Петербурге, а это значит то, что мы наконец-таки прибыли сюда, чтобы отдать мотоцикл Avance MT250 своему победителю. Напомню, в декабре мы проводили конкурс, и мне уже не терпится отдать документы новому владельцу. Вот уже, вот он, тот самый Avantis MT250, на котором я еще записывала некоторые выпуски новостей. Все уже погружают в газельку, и мы уже мчим к Николаю, к нашему победителю, чтобы скорее его вручить. Наконец-то у подъезда нашего победителя, это Николай, привет, как твои дела? Отлично, отлично. Слушай, мы наконец-то добрались в Питер, вот этот подъезд, вот этот победитель, выгружаем мотик, все, давай смотреть. Когда вот ты увидел свое имя, что я тебе звоню, там как, какие эмоции ты выиграл? Да меня аж трясло всего, я заикаться начал, я не понимал вообще, что говорить нужно. Вот. В общем, эмоции, они, конечно, захлестнули. Как семья отреагировала? Жена не поверила, до сих пор не верит. Как бы для нее это, ну, странно. Она меня называла, говорит, ты как блондинка, которая верит, что ей подарят iPhone за лайк и подписку. В итоге оказалось правда. Мне его доставили. Удивительно. Ю-ху! Вот он, доставляем. Комочек нам сейчас распаковывают, давай еще немножко поболтаем с тобой. Скажи честно, кататься будешь на нем, умеешь кататься? Кататься умею, кататься буду. Единственное, что у меня до этого были дорожные мотоциклы, такой эндуро мотоцикл, конечно, это будет новый опыт. Катался чуть-чуть на эндуро мотоциклах, но исключительно это была не моя техника, давали прокатиться, то есть порядка 15 минут и все. Ну да. Сейчас буду осваивать ее уже плотненько, чтобы можно было преодолевать какие-нибудь препятствия, а не просто. До этого всегда видел бревно, надо объехать. Ну все, мотоцикл выгружен. Вот он, счастливый победитель. Че, потащим домой его? Да. Куда? Сейчас будем закатывать. Да. Николай решил, что будет хранить сей ценный приз в квартире, поэтому мы затаскиваем мотоцикл прямо домой. Благо, живет он на первом этаже, нормально, не потащим куда-нибудь высоко, а прям на первый этаж. Ну все, вот, мотоцикл мы поставили прямо тут. Мне кажется, Николай, он прям как часть интерьера вписался сюда, да, отлично. Смотрится идеально, переставлять даже никуда не хочется. Будем ждать, пока снега сойдут. Ты говорил то, что друзья тебе не верили, да, то, что ты выиграл, да, мотоцикл. Вот как? Да, абсолютно не верили, были уверены, что это, ну, розыгрыш, либо вообще какая-то афера, но сейчас я отфоткаю его на своем фоне и уже отправлю всем неверующим, чтобы они чуть-чуть позавидовали мне по-доброму. Все, я передаю тебе все документы, держи, это спасибо. Все, что необходимо будет для того, чтобы поставить его на учет, там они уже подписаны, можешь смело его поставить на учет, мотоцикл предназначен для того, чтобы на него поставить номера, гонять по городу, все официально, то есть можно и по бездорожью, и по городу. Ну что, дороги Петербурга и Ленобласти тебя ждут, да, так сказать, лесные дорожки, тропинки тоже тебя ждут, я тебя еще раз от души поздравляю. Мы искренне рады, что это выиграл человек, у которого есть права категории А, который не собирается продавать мотик. Да, вот мне Николай сказал, что он его все-таки не собирается продавать. Нет, не собираюсь, буду эксплуатировать по назначению. Потому что, да, есть такая фишка, что многие выигрывают и продают, но я искренне от всего сердца рада, что он будет на нем гонять. Еще раз я тебе хочу пожать Спасибо. Руку, вот, обнять тебя, вот, и хороших тебе покатушек.